знакомство из senior citizen центра. Я сейчас объеду вокруг, чтобы показать, что это такое. Уже темно, уже половина восьмого. И она танцевала сейчас там этой зумбы дэнс. Танцевать, правда, честно, не умею и никогда не умела. Я же говорю, что у меня были комплексы, что я такая длинная и нескладная. Но сейчас все это поправимо. Сейчас все это можно начать сначала. Ага, туда нельзя бегать. Ладно, я вот так попрыгну. Итак, вот это вот такой большой... Вот такой вот большой центр для людей после 55 лет. Но хотя кто-то придет сюда раньше, как бы... И помоложе никто слова не скажет. Вопросов нет, пожалуйста, приходи и занимайся и все прочее. Я только что сняла там видео внутри. Там есть компьютерные курсы, все это бесплатно. Там есть тренажерный зал. Небольшой, правда, но там все как бы снаряды такие есть для... $10 в год стоит для тех, кому 55 и выше. Там есть кафешечка маленькая. Ну, красотища, короче, бесподобная. Там есть очень много классов обучающих, рисовать людей учат, там, вязать и все прочее. Такая большая стоянка, и вот тут же большой парк. Сейчас я пройду мимо парка. Очень много людей сюда, когда приехала час назад. Парк был забит мамочками, папочками с детками. Тут играли в волейбол, баскетбол, футбол дети. Вот очень много машин, видно, что здесь очень много людей. Вечером, конечно, хорошо прохладненько, потому что днем, конечно, очень жарко. Вот где дворы как много на этой площадке. Я потихонечку еду, потому что здесь ограничение скорости 10 миль в час. Но не приведи Господь, дитё выскочит какое-то. И вот я сейчас покажу, вот там вон мамочки тоже с детками. И детки сами по себе. Мало уже детей, конечно, и когда ехала, вот это было все с детьми. Детвора бегает. Так, ладно, поехала я домой. Вот это находится совсем рядом со мной. Это улица, дорога называется Эконалакахачи. Я сейчас сверну налево, попаду на Карифур, на свой любимый. И я уже буду дома. Ой, так приятно, когда я попрыгала. Во-первых, я никогда не думала, что настолько популярно здесь этот зумба дэнс. Вот называется этот South Econ Community Park. Я спросила у женщины, за счет каких средств содержится этот парк. Не только парк, этот центр. Она сказала, он был построен за счет Orange County. Она говорит, ну, он был построен за счет Orange County средств, но, говорит, сейчас управляет им город. Орландо им управляет, под управлением Орландо. Здорово, конечно, здорово. Вот это вот тоже дорога вся практически в лесу находится. Сейчас кусочки будут, с двух сторон будут какие-то поселения, ну, не поселения, а какие-то домики. Вот там река. Узенькая такая, ручеечек. И тут сейчас озера будут с двух сторон. Красота бесподобная. Боже, как я люблю Америку. Не потому что там все как бы не стоит денег, а потому что это невероятно. Потому что в нашей стране шаг ступил, заплати. Кто будет думать о стариках? Кому нафиг старики там нужны? Тут, пожалуйста. Гуляй не хочу, живи не хочу. Я уже, по-моему, говорила когда-то, те, кому свыше 65 лет, у каждого человека бесплатная страховка. И пусть со мной никто не спорит, пусть мне не говорят, что это неправда. Страховка бесплатная идет. То есть человек, не приведи Господь, что-то случится, всегда будет оказана помощь. Уже совсем темно. Так, я еду потихонечку. Я понимаю, что там кто-то торопится сзади, но извините, мне надо снимать. Простите, я уже ладно. Вот мой Карифур, тем более красный свет впереди. Небо такое красивое, натянуто тучами. Ой, как здорово. Вот опять же, это церковь, которая с
скоро уже практически достроено. И вот какой красивый вид оттуда. Там солнце заходит. Там закат солнца. И вот Orange Community Utility Administrator Utility. Это вода и канализация. Ой, как красиво. Давай, давай, зелененький свет, давай, давай, давай. В общем, надо выходить по вечерам из дома, сидеть не надо. Это 4 дня в неделю проходят эти танцы, зумба. Я, конечно, сегодня выполнила только полнормы, потому что я не подготовлена, было честно. Я так много никогда не прыгала, не танцевала. И вот так вдруг резко прийти и так это начать все. Но мне понравилось очень, конечно. 7 потов сошло с меня, по-честному, по-взрослому. Ну давай же! Вот фиолетовые такие штучки, маленькие пипочки над красными огоньками. Это камеры. Везде, везде, везде камеры. Что бы ни случилось, все будет это восстановлено в подробностях, где кто был, с кем был, когда был. И все прочее. Сегодня я установила все-таки связь эту интернетовскому. Муж говорит, ну ты genius, Норис, ну ты гений. Он долбался. Мы столько дней долбались. Ну никак. Ну я методом научного тыка. Как я все это изучаю? Методом научного тыка и никак. Я никогда не читаю инструкции. Честно, читать инструкции терпеть не могу. Мне лучше вот это тыкаться, мыкаться. Зато в процессе, когда я тыкаюсь, я так много нового узнаю. И по большому счету я, в общем-то, откинув ложную скромность, я могу сказать, что я уже несколько раз чинила компьютеры, причем такие серьезные проблемы. Иногда даже вообще пропадал, экран был черным, вообще не было рабочего стола, ничего. Я все это восстанавливала. Но опять-таки, чтобы сильно не хвастаться, какая я умная и какой я гений. Я, конечно, не просто так делала. Мне нужен под руками другой компьютер. Я ввожу через поисковик, нахожу, в чем причина, нахожу, как ее починить, где что там нажать, кнопочки. Хотя, конечно, я полный профан. Куда я нажимаю, я не знаю. Вот написано нажать туда-сюда. Опять же, повторяюсь, методом научного тыка. Но, тем не менее, у меня всегда все получается. Кто еще тут всегда найдет? Так же и у меня. Никогда, если, и чем сложнее задача, тем вообще я от нее не отстану. Я ночами спать не буду, пока я ее не решу. Дуглас иногда на меня даже иногда начинает, ну, сегодня во всяком случае. Да ладно, брось, завтра я вызову этого мужика. Ага, как раз. Чтобы я добросила, это невозможно. Я когда работала, когда у меня была юридическая фирма своя, у меня приезжали из Киева, брали у меня интервью. И был вопрос, ну вот, за какое бы дело, вот о чем, ну, как бы, мечта вашей жизни. Я сказала, мечта моей жизни — взяться за такое дело, от которого вообще все отказались. Абсолютно 100% нерешаемое дело. И вот тогда я буду его решать просто с бешеным удовольствием. Итак, опять, вот это наша заправочка, это я уже возле дома. Вот это вот Walgreens Pharmacy, это аптека, значит. Вот там Publix. И всякие, ну, маленькая такая торговая плаза, парикмахерские, там витамины, вон, GNC, и несколько ресторанов. Ну, в общем, всякого разного понемножку. Всякой твари попали. Все, поехали. Поехали. Итак, я уже дома. Ура, я уже дома. Я там поснимала себя, не знаю, что там у меня получилось. Я, конечно, в ритм вообще не попадала. Сбивалась вообще на каждом шагу. Но, тем не менее, попытка не пытка. И потом. Москва не сразу строилась. И люди не сразу становятся космонавтами. Нужна подготовка. Нужно терпение. Так что я попробую. Может, у меня что-то получится.